кунка не кидает, блядь, кровоточку. Пиздец. Кунка меньше моего приста уже скоро дамажит будет. Сейчас там одну шмотку, там 2Т4, одну шмотку отсюда и все. Кунка на это, на пенсию. Клеветой не надо заниматься. Чего это ебаная? Когда я так говорил, первый раз. Ты говорил, не-не-не, нихуя, а ты говорил, не-не-не, нихуя. Насчет чего? Ну, насчет бладыка. Ой, извини, что оно больное. Че за клевета, нахуй? Че за клевета, нахуй? Ты какой-то неразговорчивый, пацан. Глю, тебе обязательно идти за ДКшку, или ты можешь зайти за шамана? Глю? Да, давай, потому что нам не хватит этих хилов. А если АФК на 2 минуты, например? Чё, АФК? Да, идите, АФКшите, Адель всё равно отошёл, у вас минута две есть. И, Войт, осталась рыба? Поставьте кто-то рыбу. Да-да. Ну сейчас все засуманим. Сейчас зайдет Глю, дайте ему пати, тактику расскажут. И кикни паладина моего. С кем базарю, блядь? Знает. Со мной. Можешь порычать? Нет. Это непроизвольно получается. Ну, порычать или можешь постанать? Мычать, блин. Он будет потом стримы Войда пересматривать, где Юлька там рычит. Хоть просмотры накручу. 5000, блядь. Бля, ну за 5000. Ну голды, в смысле, давай мне, блядь, чарик персов. А, ебать. Нужно больше, чтобы было моментов пересматриваем. Славик, а ты в ком? Я в один танк нужен. А, окей. Вот тогда у нас Арислин в ретрике, Войт в ретрике, танчик ДК, танчик, все остальные в ДД. Сейчас зайдет Глю, будет четвертым хилом. Ну, дня 2-3. Короче, с последнего целка. Че себе. Где-то потерялся по дороге. О, слава богу. Я ставлю шкаф. У меня, короче, я не сосерша нихуя, у меня два осколка, поэтому не просите меня ничего. Ни шкафы, блядь, нихуя. А где топовые, блядь, маги нахуй? Эрзу? Е-е-е. Вот же он в рейде. Як и хейру? Я, походу, десятку не закрыл. Так туда не надо десятку закрой, чтобы 25-ку поебать. А что ты понимал, у меня кнопка принять первая. Это ок. Комбо тути. Рыбу поставь. Крылья. Сильно. Ебать. Это бог? Дайте ГБ кто-то забавил. Дайте, кто мне опять заметку, бля, поменял, я что-то никого не понимаю. Чё там? Нормальная заметка. Так, я тут. Короче, смотрите, тактику вам модель не рассказала, пока я отходила? 1, 2, 3. Нет. Сказал? Да, все рассказал, все. Да. Короче, кидаются две метки. Стоим в центре максимально, чтобы прохиливать было удобнее. Кидаются две метки, выносите их к стенам, желательно подальше. Хант. Это первое. Из гильдии, если ты был, я что, даже не видел тебя в рейде. Нормально, можешь хантом туда оставаться. Второе. Периодически он будет кастить фир. Каст очень быстро. Нужно будет просто отвернуться от босса. Третье. Какой-то удар он наносит. Я не знаю, как он называется. В общем, по мелизоне идет урон сильный. Нужно отбегать танку вместе с ним, танчик. Слышишь? Ты тоже сокрушение. Окей. Будут на нескольких игроков кидаться
магия, тоже не помню, как называется, DC, Steams, короче, просто кидаешь Mass Dispel по КД, кого не достаешь, миликов обычно не будешь доставать, диспелишь точечно. С хилом вообще советую стоять спиной, чтобы вообще не отворачиваться, ни на что не тратить время. Ну и, в общем-то, все. Больше тут нечего бояться. Ну все, погнали. Сейчас присумоним челика одного и пойдем. Тыкните тут кто-то сундук, нахуй, гильдейский, блядь, забагалось ему. Ткните на сумон. Спасибо. Шаман, кушай рыбку быстрее. Из рейда куда-нибудь выноси, главное. Отойди, да. Сова от рыбы, блэкич, кыш. И рыбу, и плюньте фласки. Фласки свои, сюда я фласки выдавать не буду, ГБ. Слишком лайтовый рейд. Ну все, Иро, фласки не дают. Я кто-то брал с ГБ, должны остаться. По званию есть. Остальные сосем Бибу. Бебу. Какие звания? Чек. Постараюсь анонсить метки, но не факт. Фир буду анонсить. Метки сами смотрите. Просто будут говорить метки. Да, над головой. Над головой большие. А, все вижу. Прям по центру не стойте сразу, слева-справа РДД. Не надо, пусть они лучше стоят вот на они этом большом добежать, квадрате. Они нас рот где-нибудь вот как раз тихо. Подожди, не на решетке, а вот на этом большом овале стойте здесь, а метки выносите за него. Все. Возможно, придется перебежать разок, посмотрим. Танка держи, ой, танка, босса держи боссом, чтобы он нам хвостом тут не стучал. Сейчас сразу подбегаешь, разворачиваешь. Покажу, куда босса поставить и где сам стоишь. Примерно в трусах где-нибудь, с той стороны. Боком, а он что, хвостом? Да, да, нет, он не откидывает, так удобнее. Так удобнее. Типа, если ты начнешь с той стороны поле, ты сейчас далеко его отведешь. Угу. Просто в трусах начнешь танчить и все. Это примерно. Все, давайте его убьем и пойдем дальше. Фишер и ДД, Андрей. Бьем до конца поле. Андрей, Владыка Ужаса. Нет, Владыка Ужаса. Владыка прист, Ужаса. Прист, 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 прист. Все, давай до бэмпу. Поносите метки, пожалуйста, у меня ДБМ нет, я лично... Просто буду говорить метки, метки, но по никам называть... Я буду глазами смотреть. Нет. Метки. Вернулись. Отошли от босса. Маг, милики. Нет. Это раньше три метки, сейчас две только. Всегда было две. И в десятке тоже две. Да? Угу. Скоро эфир. Отвернулись. Блять! Такие. Пошуршал. Ебать, там Мирзона, а понимаешь? Хим ем. Милики отошли. Мирзок куда побежал? Нет. Парафир. Фир отвернулся. Вернулись. Метки. Ауешка в миле. Верните. Лучше Dungeon Master. Массия босс. Я босс. Верну. Фир. Может быть. Вернулись. Отвернули. Давайте. Метки вынесли. Кита пришел Бэру, типа. Все бафы по ним. Не надо Бэр. Отдыхай. Метки вынесли. Мильки. Метки, метки, метка в рейде, суки. РДД проведу, что-то шли. Блять, хир еще. Не пизда. Танка есть. Бежим, танка, берните. Танка не отошел от мильков, что ли? Да, слишком много минусов.
падать 40%. Можно мне падать, нет? Танка, берните и бейте просто. Все, бейте, нормально. Танк живой. Перебегите тогда на ту сторону, тут все метками залито. Подойди ко мне рядом, чтобы щит закинуть, я резнусь. Просто в луже. Хотя ладно, не надо сам стоять за время. Кир. Кирилл, тоже туда перейди, а то с тебя диспелить неудобно будет. Метки вынесли. Военно вынес. Я метки не вижу, наносите там. Я по нонш. Метки. О, как же мне хуёво, бама. Корафир. Сейчас стану. Хиль. А, милишная хуйня. Сто. Фир. Фир. Почему, Кунка, ты лутаешь эту хуйню, что ли? Какое? Удар. Нет, метки. 26%, ну. Бьете что? Бьете? Да лучше сейчас будет пропадать. 5 человек можно бить, босс. Глю, есть встать? Нет, уже вставал. А у Астрала? Я БР там. Метки. Дал БР глю. Блять. В другую сторону нельзя переходить, там сейчас мили вышли. Фир. Фир сейчас нельзя лопать, потому что умрёшь. Танк, прохильте. Танк умирает. Умер. Да не, всё, это ГГ. Один фир. Распали и всё. Угу. Зря за его делили. Дашники. У нас Вера когда будет. Там только войд один, по-моему. Шо, пешка вроде. Че? Ставлю рыбу. Бегите быстрее. Че вы лежите? Беба, блядь, нахуй. Бля, не разговаривай со мной, нахуй. Пошел ты. Потому что у него трансмога нет, да, Беба? Потому что у него плащ включенный, это пиздец. Давай тоже включим. Блядь, сиди нахуй. Ебать. Ну чё, блядь, этот плащ, блядь, не помогает. Сейчас я включу. Нормальная, нахуй, тема? Нет. Ладно. Я расти понимаю, что проблема. Паладинов прибавьте, не хватает. Дебаф и каски. Пошел нахуй, блять. Я сейчас выключу палач, блять. Ладно, нахуй, дебаф. Маши. Ладно. Так лучше, блять? Конечно. Метр. Угу. Бернчик. Каким сраком, блядь? У меня КД. Мелики вышли. Мелики. Фир. Фир отвернули. Нет. Метки. Можете выносить метку в метку. Просто выбегайте пошустрее. Он замерил, ты просто бежал кто-то. Реслин, походу. Метки. Мелики. Фир отвернули. Фир. Метки. Фир.
Нет. Мелики. Пар за Бэры нет? Да, пусть пока полежит. Может, еще кто-то сдохнет. Хил какой. Или танк. Я просто... Ну, тут они так летают. Ну, я не могу понять раньше этих... Как-то сфер, блядь. Фир. Фир отвернулись. Уже лучше. Тут в рейде... Кто-то с боссом, блядь. Милики. Метки вынесли, милишники вышли. Фир. Отвернулись. Метки вынесли. Мельки. Метки. Да, сори, я на самом. Чуть сдвиньтесь, фир отвернулись. Слева пропадать. Можете под хвост уйти, РД. Там более свободно. Метки вынесли. Как раз засрите там и идите сюда. Станьте кучнее, чтобы ему диспалить удобнее. Мельки. Метки вынесли. Быстрей! Можно же было. Направо нести, да. Фир отвернулись. Кубики лист. Кубики. Один человек все умер. Интересно. Кто? Это изи. Ну, пока метки. Себе заберу, а там в конце разрулим. Да, не, ну, это изи. Нагрудник, МП5, понял. Ебать. Кольчуга. Кто-то другой, блядь, умирает, так мне ничего никто не говорит. Крит исцеления. Мне кажется, сразу два Эршама отдаю, грудаки и все, да? Да, да. Может, просто их не дать, их раз. Короче, Эршама. Ну, вот этот на критический, что там? Урон же вроде, нет? Давайте Эршама порольте только, да, на эффект какой вам более нужен. МП5 хоста. МП5 точно Эршаме. Ну, может зайти. Просто проковый. Какого босса? Направо? На демона жестко? Пошли, на собаку в конце пойдем. Сейчас пойдем на этого. Ой-ой-ой. Порольте вот этот, два Эршама сейчас. У нас с собакой проблемы в 25. Че, кинжал нужен кому-то? Слышишь? Дрангер Мастер. You need? Печеньки в конце, потому что, возможно, упадут хорошие шмотки какие-то, не такая параша, как сейчас, и типа печеньки отдадим туда. Печеньки, печеньки до конца рейда. Даггер нужен кому-то? Да, а, да. Беби. А либо Беби. Сразу разрулим тоже. А пока без печеньки. А есть припод дикой магии? А, ну с паролу идем, да? Здесь, да. Здесь не агрите слева. За ТТГ всегда паролу ходим. Либо. Никому. Ну как всегда, не совсем, но ладно. Не, мы вчера тоже думали об этом сделать, так мы все равно порол. У вас приоритет есть какой-то? Там приоритет есть. Если там объективно чувак прям ходит, все вот так. Ну или да не ходит. Мини-консул, да? Ну да. Мне логично отдавать еще какой-то такой. Матвине, да, какого-нибудь, который заходит. Да, да. На ШП здесь кадаю ДПС. Ну да. Все. Ни в ХМ не ходит. Все плановые? Ты же расскажешь или мне рассказать? Че рассказать, тут все знают. Ваших мейнов дают. По контролям говорю. По сейвам, что у нас есть? ДКТ 4, да? Паладин, и что, паладин у нас? 2 паладин, 3 паладин даже. А тут точно все знают так, типа таким Кира, может, не знает, он не ходил. Кин дохнет и сдохнет. Его на центре держать? Или там же? Нет, держи там же, где он сейчас стоит. Да, Стимс, ты только кидаешь щитки и под второе дыхание дашь гимн на ХП. Под первое, короче, дыхание. Пусть Фарла берет тьму и даст массакру.
мастера ауру. Потом под второй арислин, под третью, наверное, 4 ДК дадим, потому что там самое такое противное. По четвертый войд. За 4 должен упасть. Короче, Пушилина, смотри, босс стоит там же, где он сейчас танчится, там же. А мы стоим плюс-минус на решетке. А почему стоим на решетке? Потому что на ласт-фазе в конце мы будем выносить метки, пончики такие фиолетовые, их выносить вот где я сейчас стою, плюс-минус так. Чтобы мы добежать до них успели на... Как это называется-то? Ну, короче, на... Типа, как на Алгалоне. Хуйня, удар сильный. Как она называется? Ёбаный это... Погружение во мрак. Что-то в бездну. Чивава, как? Че? Ульта! Хочешь? Ну, короче, в общем, не вот. Неважно, как долгий каск буду говорить. Да. Этот. Короче, надо нужно будет ДК, зеленку, кстати, нести. Не нажимайте. Зеленку нажмете, вводите в пончик, вы заигнорите пончик, но не заигнорите этот каск. И просто сдохните. Рандомно кидается проверим. Сферка фиолетовая. Если на вас кинулась фиолетовая сферка, не сыте, стойте. А, также кидаются там-то. Лужи, черные такие, в них нужно выбежать, забежать. Ну, увидите, по какому принципу это я... про анонсу в Дискорде, и на самого дальнего, скорее всего, это будет Милфхант, на него будут идти мобы, 4-5 штук, не помню. Милфхант, по-моему, был, знает, нужно будет просто за рейдом разлить лужу, то есть ты лопаешь по одному, одного взорвал, отошел, в общем-то все. Легче мага поставить, он в этом да, бихуй. Ты хоть кто-нибудь, что там пошаг сделаешь после каждого взрыва, это не критично. Эти пончики, они ренжу имеют больше, чем есть, короче, так что подальше прямо отбегайте от них. Ну да, то есть на вас кидается пончик, вы его вынесли и выбежали обратно. И скорее всего, пончик... это, кстати, насчет пончика работает у всех иммунов. Если паладин нажмет бабл, зайдет пончик, он заигнорит пончик, но не заигнорит этот каст и умрет. Поэтому это без... называется спел, который выносить надо. Спел. Сейчас там дебаф висит, сейчас найду его. Еще бы этот путеводитель работал нормально. А что, киньте шепсу пати? А тактика будет? Метка безликого, не? У нас же есть слот, правильно? Метка безликого, да, там будет да, танковская, дам. Если не ошибаюсь. Сейчас я релот делаю, киньте-нибудь. Сфера тьмы, дыхание мрака. Сферы там, если прям под боссом закливаем, если чуть дальше, чем босс, ну, да. Типа, чтобы, например, тот же вар уже кливем не достает, лучше отвести босса. Взрывающая тьма? Зюля, есть огурцы? Я не знаю, в книжке... Сейчас... А в какой вкладке огурцы? Скажите, когда отводить босса, кого там будет кливать. Могу просто не увидеть. А, ритуал не Рока? Знаю. Нет, это не точно. Я нет, не знаю, вот. Древнее проклятие. Ритуал душ? Нет, это тоже не то. Я не знаю, блин, где огурцы у Лока, отъебитесь. Чё-то вхождение куда-то там. Тьму или из тьмы выход. Нет, если дебаф, то это древнее проклятие. Смотрите в дебафах, если оно на вас есть, куда-нибудь желательно не в рейд вынести его. Далеко тоже больно не надо, потому что там надо будет в них заходить. Там одну в мели под конец насрете. Может, ТПС хватит, вообще до коста убьем. Я думаю, вряд ли. Геру на 50% будем давать. Без приз пришел, надо его к нормальным РТДшникам. Да, привет, ребят. О, я нашла, ребята. Привет, Даня. Тыкайте, берите огурчики. А. Замасолила. Огурцы дали. Кстати, в этих пончиках, когда стоите, по вам килл не проходит, знаете. То есть, если вы умерли в пончике, я рёчу, что у вас не хилится, виноваты сами. Геру, сами знаете, когда шаманы. Верза, Сприз. Что-то не бафнули ему, что ли? Ребафните приса? Ой, поставь рыба. Ага. Бафы ТГ действуют, можно будет покупать, перед рейдом заходить. Рейдом поставим. Кажется, не действуют. Не действуют? По-моему, действуют. Нет, нет, у меня вот как раз в сумке они есть, не действуют. Ну так тебе их надо же курить. А, понял, понял. Можно нет, потом проверить страдали. После босса. Примерно два человека сбегать. Давай чекай. Если так, это... Там просит. Неплохо апает. Если нормально пачка идти, кто не умирает, можно вообще быстро закрывать. То есть. Так и хира. Короче, я постараюсь анонсить метки. Пожалуйста, не разливайте их в центре на этой решетке. Носите за решетку.
Сокру первый готов. Курка. Эту сферу надо закрывать. На мне, я постою. Хани. В круг забежали? Прохильте людей. Выбежали из круга. Сферу не бросайте, там рядом на краю можно стоять. Верну еще. Бэр, дайте. Бежили, мелики. Да, Бэр. Хани второй. Сейв дай. Вот ШП какой-то стоит. Смотри. Надо под сферу кого-то. Не бэрить. Брать. Когда дыхание под сферу получится, надо оставить. Да? Три сферы надо. Геру? Две. Так, Геру давайте на танка милика идут. Пошли. Милики, да. Аккуратнее. Сейчас у танков. Сейчас сначала всех зарыли, и пока не в воде будем. Все четыре трэши взорвутся у тебя, потом отведут. Все рядом сферы заклеил. Лики вышли там. Ты 4 готовили. Скоро будут пончики, вышли из черного. Захильте танк, умер. СС, вставай и пробуй. Бля, опять не раздевали в центре. Кончу. У меня СС нет там. А, Юля не повесил. А я не слышала. Не надо мне падать. Короче, вот эту хуйню, вот эти фиолетовые метки не разливайте в мидиа. Чё за хуйня? У меня Т4 не бьет, все пиздец, сломалось. Добро пожаловать в реворк. А чё за дрочек? Типа еще слабже сделали, да? Нет. Вот видите, каст, вот видите, тихо заткнитесь, каст теневой колодец. Вот на этот теневой колодец вам нужно зайти под конец каста, вот в эти фиолетовые пончики, и затем оттуда выйти сразу же, как только кончается каст. Это для тех, кто не видел. Да похуй, какой-то там колодец. Погружение во мрак там. Там за анонсер, там, в принципе, понятно. Блин, не теневой колодец за дебаф. Я на лихел аспект на 6-го посреди. Наверняка. А у вас сова есть? Есть сова нормальная. Адель, а ты не тестил взрыв разума? Вообще нужно юзать? Взрыв разума? Мне кажется, нет. Мне кажется, хуета. То, что кажется. Ну, нужно юзать, когда у тебя будут чарки вот эти отсюда. Ну, понятно. А так нет, не надо. Не, ну они типа сначала занерфили, а потом реворк сделали и еще занерфили. Я сейчас вообще урона не увидел. Они сейчас всем подряд РО дают на форуме. Я жду, там еще ДКшник нужен, это важно, мне кажется. Ебаный экстем, блядь, со школы вернулся. Так лок есть, смысл это ДКшник. А, нет, он не дает то, что нужно. Короче, у меня нет СС-а, если я сгоняю вот на том мобе по сосу, то мы накинем на танка. Ну забей, хоть сосать. Ну в смысле, что лоб дает, что АДК дает, тот же самый баб. Ну не все. Нет, не тот же самый. Не все так просто, друг мой. Там только АДК бафает, чему? У АДК есть талант, который все болезни, всех апает на 30%. Да, Т4 новая под чуму заточена. Ну, да, в принципе, 15% на дамаж. А, я понял. Ты под ШП, что ли, говоришь? Ну, и, да. И другие ДК тоже получаются ДПС. Ну, не намного, но ампай. А, полезно иметь. Рыбу затыкать. Да, только жалко, сам по себе он не дамажит. И... Ну, да, что-то... Давай добавим пулси готовые. Мастера ауру скоро надо будет. Взрыв этот, да. Терки нет ходить. Мелики вышли. Сейчас мастера ауру готовят. Уже можешь нажимать в принципе. РДД вышли. Давай, мастера ауру. Пошли внутрь быстрей. Давал мастера ауру? Да. Плоть ему. Чё-то сильно делает. Пары, раздайте Фишеру, Масси. Давай, Масси. Лайкич Масси, Масси, Фишер, Фишер, Фарма. Кого еще не называл там, Милхант.
На массе не успел, по дыханию стоял. Под сверху. А, хильте. Может выйдем? Выйдите, пока Геру не дали, да. И выйдите, просто выходите из комнаты. Анечка, иди босс сюда. Да, сильно пробивает, конечно. Ну, надо сейвы грамотнее отдавать. Вот от этого все зависит. Типа, не пережили дыхание, все в помоечку. А кто там внутри все еще? Тотемы? Может, и этот мастер аурс сокрой давать? И мастер аурс Т4 сдавать? Там первый, второй каст опасный. Третий ДК Т4 даст, там нормально будет. Четвертый каст вообще, если босса от сферы отвести, толком и не дамажит. Пятого не должно быть. Вы не туда идете. Ну, в принципе, если под первый сдать, то может он под четвертый опять. У нас 3-4 паладина, а 3 паладина, да, и ДК Т4. Пошло хватать и так. Не, я говорю, 2 сейва, чтобы отдавали за раз. И мастер ауры, и... Ну давай, когда холи паладин под первый дашь, и мастер ауры, и массакру, что наверняка люди подольше пожили, больше урона дали. Под вторую... Войд, мастер ауру. Если есть массакра в билде, то можно и массакру. Ты щитом бегаешь. Под первый что, пончик? Я только что спекнулся. Понял, тогда я лучше обратно спекнусь. Под первый пончик отдавать? Или под дыхание? Под дыхание. Пончики не надо, пончик только ним дамажит, если из него выйти. Там только дыхание на этом боссе дамажит. С такого сильного. Да, давай под второй каст Void, и мастер ауры, и массакру дашь. Под третий ДКТ 4, под четвертый больно не должно быть, но тут там Арислин пусть даст. Не, не надо, там ДКТ 4 нормально, там третий выживает спокойно. Там не надо ни бегать, ничего, там хилы в это время хилит. Под третий каст. Это сейчас типа бегают и за это захилить не успевают всех. А если я даю бабл плюс массакру, я могу в пончике просто стоять на месте? В пончике, да. Но по тебе хил не проходит. Так ты сдашь бабл массакру уже в начале. На пончике. Ну да, да, да. Я на дыхание отдам, все, я понял. 5, 4, 3, 2. Круг. Сейчас Кас пошел первый. За круг. Челок прям не хилит. Мелики. Как мы сказали. Не надо никого. Сверки не выходите, на ком там сейчас сверк. Дайте мне ауру. Второй кат. Вы тоже будут. Второй АФК хиль. Вагончиков ничего. Сверху кто-то встаньте, фиолетовая сверка сзади. Прям под ней стойте. В танка иду. Великий, готовьтесь, там сейчас лопаться стрижу. Тиму возьмите кто-то. ПКТ-4 готов, я скажу. Клево ли сверху рядом? Сейчас переживем пончики и убили, считай. Бежали внутрь. Ой, пончик мили.
Босса выводи по возможности. Нормально, типа пончик, один пончик в миле нужен. Танк забежал. Стойте где-то рядышком, но не вплотную, потому что на каст будем заходить, не забывайте. Сфер желательно отвести сейчас. Ебать! Это выходи. Готовьтесь к каст зайти. Зашли в пончик, зашли в пончик. Заходим. Выходим. Не успеваю. Так я прям в центре пончика помер на. Короче, смотри, да, у нас престов дохуя 5 штук. С дыханием, с первым надо сразу какого-то приста, чтобы гимна хп. С первого они не смогут дать, потому что там бегают по КД. Вот. Первый это самый проблемный такой. Что там под пончик, надо бегать. Что, сервер упал или что? Да. О, да, лагает. Короче, если... после того... Если кто в пончике сдох, там если два пончика накладываются друг на друга, ты двойной урон получаешь. Три, значит, тройной, ну типа. Поэтому я и говорю, выносите их за решетку, оставьте один пончик рядом с мелизоной, чтобы туда зашли милики, а все остальные выносите просто за решетку в сторону. Как никто не видит, там ДБН пищит, орет. Не знаю, ну никто не видит, видишь, никто не выносит. У многих не орет. Ты только новый. И новый тоже не орет у меня, но я вижу дебаф. Ну, Талмивон у всех есть, можно сделать этот баф где-нибудь, тебе по центру экрана поставите, чтобы... Скажите название бафа, напишите куда-то. Сейчас зайдем в игру потом. Напишите в игру. Сейчас как зайдем, убьем все-таки моба, ладно, я осколки налутаю. Называется вроде бы древнее проклятие, нет? Вот, и потом ты высираешь под собой лужу. А через сколько секунд оно высирает лужу? Да там, я не знаю, 3-5. Как дебаф спадет? Не знаю, сколько там уже. Там вот 3 или 5 секунд. Сейчас я воду себе добавлю. Да. Поудобнее смотреть воду. Просто смотреть, чтобы вот этим пончиком никого не задеть. То есть человек, если там стоит, он будет лоу хп, его не захилит в этом пончике. Считайте, убили. Там, если что, в пончике, когда стоишь, сава дается. Ни кастовать, ни хилить нельзя. Поэтому мы умираем. Мяу. Бнова какая-то долетела. О, чё, шопа еще больше убили. Если вара, я тебе отвечаю. Блин, ой, кто-то сагрил. Выйдите. Это Steams, это не я. Да пизди, пизди, блядь. Позарю. Ох, это же Саня Свин Steams. Это все Steams, реально. Висите, помогите. Танчик. Он завис, что ли? Я подвис на воздухе. Я бы все равно не успел до тебя добежать. Интересно, кто умрет, сейчас будет заходить. Ой, да ладно, кто его спулил? Что обстыдно, вот. У меня все на месте. Нет, прыгают. Это был не я. А да, спулила я. На. Зачем? Я умерла. Чтобы у меня были осколки на СС. Это было с танком это вместе делать, наверное. Танк зашел, но он завис. Вот. Видите танк? Тинка. Да, беда пришла оттуда, откуда не. Давай, 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 Юля. Пока есть шанс. Ну нахуй, блядь. Я все. Сами убивайте моба этого. Чего он такой медленный?
ему так нравится. Я сказал, он сразу побежал. Хильте танка, бьем мы по. Я тупо сосу, не дамажу. Хорошо получается. А мне? А ты лока создавай. Ты быстрее убивать. Много не насосал там. Один только, прикинь, соснула. Нам как это работает? Мы жмем, не даем сосать. Нет, 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 неужели один только? Сейчас под конец, вот второй. Юля, надо лучше сосать. Блять, вообще-то у меня черный пояс. Тебя научить. Просто ой, с мобом так вышло. Что ты сосешь, леденцовую карамель, беба? Че? Блять, не говоришь, что это был кунка? Что? Два брата-близнеца. Что? Все прошли мимо шепса, никто не рез. Пиздец, блять. Беба сосать, да, умеет, учит. Линзы. Короче, мы на эту хуйню время тратим. Мы сейчас на собаке до 12 ночи просидим. Сейчас первого трое убиваем собаку. Мы вчера... Смотреть на людей просто. Если числе. Люди не шарят, то тогда там даже нет смысла сидеть. О, я да. Не буду держать. Потом первые три, ладно, привыкнуть. Потом тупить начнете. Давай. Славик, давай рыбку. Я бегу сейчас. Ну типа этого-то точно убьем, а вот насчет собаки, если пиздец да. Будет, нах надо. Ну сразу вон. РДВ, нас... которые не знают, типа кихира будут стоять в углу наказаны. У нас вместо фарла Войд может похилить. Секунду, я аддон на оффа, мне половина аддона почему-то... Ну если прохилить не можем, то я предлагаю сопроты пить. Да, кстати. Вот по-другому мы, если вот сейчас еще раз пуляем, мы опять на этой прокрутке дохнем, я предлагаю пить. Корона, Корона. Это кто говорит? Это Беба. Каски башни. Пожалуйста. Беба? Это самый минус 500, да. Бля, только меня пустят на серию поиграть, подождите. Андрей, заходи. Сейчас приду. Меня выкидывает, я не знаю. Он не зайдет. Кстати, я там какую-то обнову скачал, мне обнову закидывал. Предложил скачать на 160 мегабайт. Вот только что. Скачал, блядь? Я не знаю, что заходил. Заебись. Да я не знаю. Меня выкидывают пока. Бы без... Ладно. Все равно там без приз пришел все мои шмотки забрать абсолютно нахуй. Тупо одна предпока. Опа. А тут это надо зайти. Гору? Гильдии. Это хуйня полная какая-то. С этими пончиками, блядь, да, это пиздец, нахуй. Ну, Валера, ты тут первый раз, что ли? Вот на этом боте, да. А что, лагает, Валер? Лагает. Я понял. Молодец. Я тоже лагаю, потому что пускает Валера. Один ты так понял. Не ведись на эту провокацию. Андрей, ты слышал? Что? У меня кенты на X2 кинулись в Go Hard поешь. Да ну на. Что-нибудь там еще? Да, замолвить. Ты 5-1 фармит-то? Лохтусики? Нет, там жесткие ПВП машины. Нет, там лохтусики, мне кажется, уже. Уже лохтусики. Кунка. Давайте пить. Владыка. Андрей. Можете попробовать пулить без меня? Андрей. Он зависает, да. Меня выкидывает, это ебаный высерус. Что мне сделать с этим? Без него. Скажите, я сделал. Че комгов? На форум обратись и пал. И что они мне скажут? Скинут гайд, как переустановить клиент? Как переустановить клиенту. Да. Тьму дайте, а тьму дайте. Покажите, как это сделать. Тьму уступите. Кроперок. Хотя... Я побью. Мили, у вас там сфера, бросайте одному нельзя. Скаспар. Внутрь. Вышли из круга. Какую-нибудь зеленку нажмите там из ДКшника. Ну вы же лучше. У вас там сфера. Тьму заберите. Войда, там дай. Следующий мастер. Войд.
Проебитесь. Пушили на дашким. Прям сейчас. Давайте уже. Мами, пережили. На танка пойду. Сейчас накинул там? Да. Просто так... Я просто так не сосу. На танке идут. Мелики аккуратнее. Калкеру. Только с выгодой. Кончики, значит, смотрите на баф свой. Да. Член Вейт Фьюри из Клетни. Сверху? Клетни. Проклятие. Про пончики начну сразу. Смотрите, член. Внимательно. Вот. Выстрелить с камня. Или плохо нас. Да, мили опять хуйня. Крайне это 4 дыр. А, его умер. И опять умер. ПР по танку дайте. Даю гимн. ПР по танку. Нажал. ПР по танку. Быстрее, ага. Успеем добить, если так танк выживет. Скоро колодит. Вы скажите тогда... Отойдите от пончиков. От пончиков отойди. Ты рядом не стойте, если... У они не видят, что пончик. Хани, дайте своих. Есть черной хуйни. Бля. Колодит, заходите. Пошли в пончик. Поможете добить еще? Танку не зашел в кончик. Блять, меня даже через глыбу ебанул. Вон охуенно. Кайте. Там не помогает ни глыба, ни бабл, ничего не помогает. Да я даже если бы, да я если бы даже зашел в кончик, сдох, у меня 10% хп было. Я ждал хилку, чтобы зайти. Че дает? Почему не убили? Андрея не было, чё, да. Опять завис. Опять сервер упал? Нет? Да. Не, это точно апша ПД. Ро нахуй. Опять ребут? Пидоры, сука, блядь. Да меня опять сейчас пускать не будет, я в теле. Неинтересно. Здорово! Я пойду покурю тогда. Нахуй не делают класс, зависимого от другого класса, типа, на столика, ну что это за хуйня, блядь, неиграбельная АДК, они делают. Это чтобы вы наныли мне на АПДК. Не, просто неиграбельная АДК, блядь, и делают под него, блядь, Т4. Да там всего лишь нужно чуть-чуть поменять вообще хуйню, ничего особо не нужно там. Да нужно просто этот баф увеличить на 60%. Нет, там нужно просто вот как оно было в начале, вот пока ни реворка не было, вот просто без стаков все сделать, а они убрали там одну хуйню важную очень. Что-то, блядь. Это, извиняйте, идти надо, Фарло говорит. О, щас, хуёво. Ты же сказал 22:40. Ну, у меня тут девушка сзади уже спать легла. Тогда иди. Зови её в рейд. Извиняйте. Тебе не понять. Не, я тебя понимаю, братан, да. Кунки не понять просто. Ступай. Ладно, сори, но я пошел. Я говорю, Данисима хуярить, давайте. Это не, это не, ну, нет. А это кто? Че, у тебя была девушка, что ли? Представь себе. Откуда, пахану? Когда-то давно, да. Откуда? Блять, X2 не падает, да? Пиздец. Пока я с Бебой не познакомился, и Эрза, да, у меня была раньше. Бебма? Парни, вам удобно 19:30 завтра ебануть 10-ку? Цюляман? Да, Цюляман и Карманан. А я, может, буду в Цюляман. В смысле, в Карманан? Карманан мы не успеем же с Цюляманом. Почему? 19:30 собираемся, если не дрочить, вообще изи. Я хотел сейчас после сходить в целка 10 хм. Ну, в 10 идите. 10 хм никто не хочет? 10 это для лох. Хм. Да это хуйня, там ничего не падает. Диван? Ой, извините. Попаду, там ничего не падает. Не, ну это смелое заявление, там нормальные шмотки падают. Ну, так не знаю. Полная хуйта, вообще нет смысла фармить. Типа сет у тебя Т4, офсет у тебя с тюрьмы, блять, трини там говно. Всё. Пуха шеем. Там есть всё. Череп норм. А, хуй-то. Ну, я думаю, кто-то не отказался бы. Ну, бомж какой-нибудь, у нас все одеты, блядь, стоят. Не знаю, ну. В том же самом АДК это писовая трения сейчас. Ну, АДК-то нет. Так, АДК? Да. У тебя не будет пока. Покажи АДК на сервере, ДД. 20 кдпс. Тыкните пальчиком в него. Он бы был бы, если бы.
Не суровая реальность. Сирус. Ну, но не, ну они аккаунты, давали 25к, да? Ну, XTM просто... Если бы они давали 1020 реально, лунтик я бы играл в нем. Лунтик. А когда он бьет 16-17, ну это... Блять, он нахуй с продленки, на продленке сидит такой, думает, чтоб заебашить, блять. Хуяк, кого блядь. Кого бы убить? Он там колесо крутит, понял? Кого сделать имбой, кого убить, кого реворкнуть. Ну что, по сейчас сильно можно, да, мне кажется, с теми чарками, с ТГ там нормально валить. Да, я только их нет, блядь, так что это не х... Счет, ну, то, что есть, блядь. Я видел у Холи Щита уже там, ну, мне понравилось, он хороший ДПС дает. Эта чарка у него примерно импакта вносит, как пламя у Милика. 2%? Нет, 4-5. Хуета. Не, я слышал, что это чарочка. В смысле хуета, у тебя твоя дотка, одна из дотка столько же дамажит. Оуджи дотка. Тебе столько же ОВСа дает там, полная боль. Дает тебе тех же самых там 3-5%. Я не люблю боль. Ты понял, нахуй, что это? Знаешь? А тебе фришную доту дают еще. Обой серьезные разговоры, блядь. Вот у него вот эта одна чарка дает ему косарь минимум вообще. Минимум, если не больше. Мне кажется, больше даже. Косарь депоста? То есть он теперь не 14 тысяч дамажит, а 15? Да. Уже общий реворк еще был. OG. Когда? Ну вот недавно, сегодня. Ты что, не заметил, что у тебя бомба? Сегодня, реально? Да, он дрофлит, блядь. Да он какой-то фрик, нахуй. Он нормально там дает и выебывается. Да вы, блядь, рофлите, нахуй. Я на бурстах даю, блядь, 15 хуйня. Ну, а ты бурсты, сколько хочешь? Представить бурсты вообще, какие там бурсты. Блядь, у меня 2-3 не прокуют, блядь, 3к СПД, ебаный в рот, блядь. У всех, блядь, прокуют, нахуй. Нихуя, блядь, это самый прокующий, который есть, блядь, в этой игре, нахуй. А, мини-бурс, мини-бурс. Ладно, типа у миликов там думаешь, ладно, похуй. У миликов меньше. У тебя есть трини, которые... Вот смотри, у тебя сколько в холодном состоянии, блядь? Нет, 3к СПД, это как, я не знаю. Это как 6к АПА. У тебя что-нибудь дает, да, 6к, да, АПА? Это как 6к АПА. Ну не 3к, ладно, там 2300 СПД. Но у тебя что-нибудь дает 4600 АПА? 4600 АПА что-нибудь дает, блядь? Да ничего у тебя не дает. Даже все проки вместе взяты. Дают, мне дают. Ну, может быть, да, но и то сомневаюсь. Чарка на 15% много дает. Вот. Да, ну просто под проками раньше было 25, потом депос падал, сейчас 15. Ну, просто плюс-минус у всех кассеров. Не, надо просто посмотреть, как с АДК будет, наверное, играбельно, просто АДК нет, блядь, ну это типа... Вот там сильно апает, я ж почитал, я, ну, там уже тики увеличиваются, от, ну, частота, да, от этого, от чумки. Мне кажется, это же сильно с АДК. Нет, шаман 4К ты в салоке. Вот это сильно, блядь. Нахуй вне категории. Сейчас, блядь, поиграть. Бля, всем уйти нужно, заметно. Всех там... Я пускаю заходить. Давайте хотя бы этого босса убьем, типа, на третьего тронем разок. Если... Ну, я так думаю, мы вряд ли его убьем. У нас такой... уже минус хилы сейчас. Хуёво, чё могу сказать. Ещё один хочет уйти. Вот и так, к сведению. Так кто уже ушёл. What the fuck? И вернулся. Я бы второго убить, чтоб не зря люди КД повесили себе. Кто там на основах пришёл. Да, я хочу компенсацию в виде 100 тысяч. Я предлагаю убить вот этого босса всем вместе, а потом пару раз тройнуть собаку и избавиться. Нет, избавиться человек от 5, типа в человек 18 убить собаку. Заходите, шутри. Так, я сейчас зайду, пора. Все шамана задефу. Так из комнаты выйти опять, а то сейчас опять пульс будут. Вообще меня пульс это стало разумно. Могу Сирус поиграть. Он выжил, бля. Андрей. Да, что? Ты знаешь, что мне написал ёбаный шкипер? Ну. Сказал, проси у своих. Угу. ВК. А знаешь, что мне написал Дерби? Угу. Братан, пожалуйста, ходи в 20 часов в четверг.
Вообще, вообще ноль вопросов. Ну вот, в четверг. Вместо РТ. А в плане своих, у тебя кто там свои еще? Так он просто отказался. Он ебаный пидорас, у которого миллиарды, блядь, лежат, и он нахуй хочет денег, ебаная жадная образу. Ну, да. Это ну, я тебе про что и говорю, блядь. Да, он конченый, я давно это понял. У него же кличка на X2, помягче сказать. А че, кто этот Фарло был? Так, короче, это Холи Паладин, я дожевывала. Арислин или Войт, кто из вас пойдет в Хапала? Ну я, Арислин. Войт уже в Хапала. Может... Давай. Значит, теперь под первый указ. Да, нет, заходи. Войт. Сейчас, сейчас, сейчас. Я могу, в принципе, в эту уйти. Перебиться. Ван Холи танк. Ходить. Шилина. Место в очереди идет. Хуйня деписта. Пиздец, место в очереди. На X4, серьезно? Это что у нас? Нигде нету у человека больше 15 ветки. Фишер, Блэкич, это чей друид-то я забыла? Да, нашего, да? Есть у кого-то эрдру? Я сам спекл совершенно уже. Все, давай, Блэкич, давай. Вердру тебя тогда. Майся, иди. Куда хотела. Откуда Аня, Майся, заходи. Кстати, сейчас. А, сейчас, Юля. Сейчас. Шилина, сколько у тебя там в очереди? 90. Кто пустит быстрее? Нахуй. Меня или его? С 90 очереди. Ну, я чувствую, у нас на собаку как раз останется нужное количество. Дойдет. Ты хотел сказать, да? Все забыл. Нет. Собаку, типа, можно убить 15 человек вообще с легкостью. А если еще не тупые милики, вообще космос будет. В смысле милики тупые? Беба? Ты сказала, если не тупые милики. Беба топовый разбой. Она меня тупым, да. Она меня топовым. Еблом тупорылым, да? Это Кунка сказала. Она сказала. Блять, ебаная Кунка. Кунка, кажется, забыл, как отлетал за Чипкидни, нахуй, блядь. А кто где это? Дезаром, блядь. Гладиатор Варики? Нет, блядь, без своего ШПР отлетал он. Мы, конечно, тоже отлетали, но это не важно. Блядь, чувак, я не знаю, так что въебал Дениссимо, блядь. Ты ж мне сам Эрза напишет, блядь, кому-нибудь, чтоб меня пустили поиграть. Я с пломбиром въебал Даниссимо. Че за Даниссимо, нахуй? Ребят, давайте не пускай. Дайте ребаф на ШП, пожалуйста. Йогурт. Дайте масло, пожалуйста, РДДшное, без пистон. Плачу серебром. Ты не ржи, а дай, блядь, обмен. Андрей, ты опять отвали? Я плачу. Давайте трай без него попробуем. Ну, я сейчас сразу надо запустить, я так по количеству раз знаю. Ладно, вот да, пьем. Что тебе? Масло есть? А если найду? Да, шляп, скупи нахуй масло. Пиздец ты гопота, блядь. Сука. Поехали. Ну пробуйте без меня, похуй. Да, ты заебали. Не хватит БТС. Да тебе ком говно, друг. Тут шипы апнули, говорят. Хватит. У вас минус 2 просто еще. 10 тысяч на бурстат. Так ком говно, друг. В компе дело. Не, ну это не... как бы... Че, все равно ком говно. Чего это? Не говно, типа? А? А ты думаешь, не говно? Да, у меня пиздец говнище ебаное сейчас. Первое дыхание скоро. Вперед. Побежали внутрь. Выбежали.
У меня ДБМ отключился. Клики. Сферы не бросай. Даже не поняла, чего умерла. О, я забыл, кстати. Перу бросили, да? Дыхание. Разве? Не разве, так и Брайан. Да, да, пытайтесь. Меня выкинули. У нас еще героин есть. 50% дадут. Тело покинул. Нет, потом ДС звонил, потом встал. Ребят, давайте за Ивейдем, мы убьем. Ивейдите, Ивейдите. На гору? Нихуя ты, блядь, оптимист. Да какой ты бебусин, да, вообще. Бебма. Меня от выпуса легче, чем собаку. Это невозможно убить. Что делать? Хиро, блядь, Петас, вот зови. У меня эра за 7000 хуярят, это невозможно убить. Чё ты несёшь, блядь? Роза, подлагом это сказал. Че там, Андрей, все тебя пускает? Я надеюсь на это, Юля. Я честно, каждый раз, когда захожу, я вот надеюсь, это меня сейчас пустит. Вроде нормально. Я сейчас сорнусь опять, ребят. Обманщик, OG Dota. Не,